Месячник объявлен с 1 числа, продолжается до 30 апреля 2017 года. В рамках этого месячника восстановлением и областным, и районным, и городского поселения Сергиев Посад назначены два дня субботника, это 8 и 22 апреля. В целом в месячнике участвуют управляющие компании, дорожная организация районного подчинения, МБУ благоустройства СП, которое подчинено администрации городского поселения Сергиев Посад. Также все желающие принять посильное участие в очистке города. С учетом погодных условий завтра призываю жителей, дворы которых уже очистились от льда, от снега, от луж, выйти на этот субботник, принять в нем участие и навести чистоту рядом с территориями своих домов. Инвентарь к субботнику можно получить в управляющих компаниях или товариществах, которые управляют жилыми домами. Объявления развешены на подъездах, информационных досках, также на сайтах управляющих компаний, сайты администрации. Ну, в целом эти места, они все давно знакомы. Это какие-то подвалы, какие-то помещения мастерских управляющих компаний, где сидит их непосредственно рабочий персонал. И те, кто участвует в этих субботниках, действительно участвуют, уже давно эти места знают. Мне, например, прекрасно эти места известны на Звездочке, где я живу уже много лет. Также завтра на уборку города выйдут сотрудники администрации городского поселения Сергиев Посад. То есть назначено по администрации 10 территорий в городе. Они распределены между подразделениями администрации. И сотрудники завтра выйдут, помогут дорожным организациям, помогут управляющим компаниям, помогут МБУ благоустройства СП навести на них чистоту. Ну, в силу, естественно, в пределах того, в каком состоянии находится территория. То есть если это лед, то, к сожалению, его отдолбить они не смогут. Но тот мусор, то, что уже вытаяло, безусловно, администрация поможет. Также 8 учебных заведений высшего и среднетехнического образования направляют своих участников. За ними закреплены территории вокруг их учебных заведений. Большое им спасибо. Это будет много учащихся, много людей принимает от них участие в субботнике. Эта территория будет гораздо больше, чем непосредственно прилегающая к учебным заведениям, к этим зданиям. Ну, также все, кто считает необходимым, кто считает нужным выйти и навести порядок в городе, я призываю их это сделать.